А, механики, что тебя не слышно, я сейчас проверю. Возьми. Окей, и сорян, я тут забыл размутаться. Привет, а всем еще разок, с вами Алево Тахидео, Альбион Онлайн, возвращаемся мы в него. Прошлый стрим у нас получился. Ребят, мы только зашли, да-да-да, и сервера не были доступны, и только стрим запускаем, опа, и сразу же. Это очень удачно получилось, и правда, потому что уже даже думали, что же делать-то, не поиграть было, прям самый настоящий не поиграть. Но теперь все в порядке, так. А почему я не отремонтировал шматье? И надо чинить только то, что на нем. Предмет не нуждается в ремонте. А ну, смысле? Хорошо, хоть народ показывает, потому что до того мы играли и в городах отключали народ. Потому что отключило неимоверно. Да, я только зашел, не пойму, просто я сейчас отремонтировал того самого шматья, который мы на... насобирали, походу все сейчас просто дико лагает. Ладно, надо просто... Лучше не выкладывай туда, ты еще потеряешь. Потеряю, а у нас... Ну, аукцион пишут на форумах, они так пишут. Датсманки к нам вернулся. Здорово, welcome, 13 месяцев. Это классно. С возвращением. Добро пожаловать. Спасибо за сапчик. Народу, как червя. Да, кстати, вон Алина тоже что-то Алибионом интересовалась, то уже как зашла, поиграла, или пока еще только в процессе. Это аукцион лагает, что ли, или что ты говорил? Да, я на форумах читал, что выкладывают люди на аукцион шмотки, они пропадают, не продаются и не возвращаются, короче, пропадают просто на аукционе. Отговаривают руки. Ну, Альбион задротская игра, то есть надо обладать определенным количеством времени, чтобы не нормально играть. Алине надо бросить парня, и тогда можно в Альбион нормально. Да. Неплохой совет, между прочим. Нет парня, нет проблем. Одна проблема, нет парня, да? Нет парня, можно в Альбион играть. Ну, либо с парнем в Альбион. Так. Окей, чем сегодня займемся? Вообще надо покачаться, то есть пойти пофармить, пойдем с тобой куда-нибудь, только надо, наверное, идти, ну, учитывая, что мы сегодня будем в красных зонах, надо, наверное, приодеться чуть попроще. Есть такой Корлеоне сейчас подозрение, находишь, да, сейчас в Корлеоне, из него пойдем по дороге, то есть подбываем ресурсы. Кстати, сканка вынес Warbow 4.2, на мне сейчас и лошадку 3. Ну, я тоже вынес всяких ништяков, как раз хотел его продать, но почему-то не починился, и, короче, я хз. Что с ним, притом вроде даже голда не отнялась, в смысле серебро. К слову про курс, курс уже вот до 200 скакал. Это не Гарра сказал, это я сказал. Гарра в Альбион вообще не играл. Я в Альбион поигрываю понемногу. А, окей, то есть Альбион интересен, а что ж у тебя на других стримах Альбиона не было? Окей, давай переоденемся во что-нибудь попроще, чтобы было не жалко потерять. Там в 4-0 переоденемся. И пойдем пофармим мопсов. Повернуться нам. А у тебя в Корлеоне нету? У меня. А, стоп, или мы в Корлеон скинули все. А, ну, в Корлеон, я да? В Корлеон все скинул, поэтому да. Да. Я-то подготовился. Молодец. Ну да, мне, конечно, жалко всего этого. Сейчас тогда переоденемся. Поэтому напяливаем, что не жалко, и пойдем фармить. Можно даже пробовать красных пофармить, может, на какое PvP наткнемся. Посмотрим, как пойдет. Так, я думаю, что клинс мне пригодится сейчас. Как раз на случай какой-нибудь войны. Косу прячем. Косу мне не отжали, поэтому надо ее прятать. Пока еще. У тебя еда, кстати, осталась, у меня еще есть. Немножко, да. Ну все, туда. Че, с ней прям качаться будем? Или ее не брать? Ты возьми одну, скушай, и хватит на долгое. Ну одна-то полчаса действует, это немного. О, кстати, пирог с курицей как раз же, да, повышает грузоподъемность, скрывает сбор ресурсов, то, что нужно. Угу. Сейчас пофармим, мне вот как раз у кого-то пирог с курицей отжал. Стоп. А ты сейчас хочешь ресурсы собирать, что ли? Не, пойдем его убить, но как по дороге еще может быть пособирать. Ну да. Что найдем, поэтому. У меня просто ничего нету в руках. А у тебя вообще с собой ничего не брал? Ну, я взял только это бандирование. А, окей.
Не, я взял. Чё, может, Т4? 4 трима. Хотите, приходите. Так, ботинки для быстрого побегу. О, 4-3 у нас только пушки. У меня еще, я еще вот с прошлого ганка подобрал себе топовую курточку. Неплохую, фиол. Т4, так. Что еще там надо? Надо тушку, а почему я тушку не взял? Че я туда себе на аукционе просто куплю все снаряжение, чтобы фармить. Да, как вариант. Так, у меня же еще были. А, вот оно. И оружие. Так, пойду с базовой алебардой. Что еще нужно? Еда есть. Нож пригодится. Топор пригодится. Кайло пригодится. Ну, вроде все. В целом, я готов к бою. Так, еще бы лошадь. У нас Т4 еще есть лошадь, если что? Потому что у меня остались там только Т3. Или лучше взять Т3 сейчас? Ну, по идее, должно было вырасти, но надо же в город возвращаться. Ну окей, да, пойду сейчас с Т4, если что там можно будет. Просто ее, конечно, жалковато, ну ладно. Зато на ней можно будет что быстро учесать, если кто придет. Давай, жду тебя на выходе из города, пока она только починится. Только пик, только хардкор. Ну, не косада. Алебарду не жалко, алебарда стоит в 10 раз меньше. Так, ну если хотя бы она починится. Да, починилась нормально в этот раз. Жду тебя на SE. Угу. Сейчас я только куплю инструмент. Так, надо пока посмотреть, что у меня вообще по веткам прокачки, да, основной. Во-первых, тут мы почти докачались до эксперта приключенца, чтобы Т5, лошадей, плащи, сумки таскать. Окей, это, наверное, как раз сегодня докачаем. Тут у нас что? Налетчик-эксперт. Просто убивать существ. Тоже, кстати, докачаем, да, получим бонус против Т5 существ. То, что нужно. Так, по броне. Броню вот надо качать, да, опять же, собственно, в ней и фармим, ее и прокачаем. Также топор нам нужно качать в первую очередь, разумеется. Так, что еще мне нужно? Мне нужно пособирать, чтобы там что-то было. Во, мне еще надо, мне надо базовые все эти перекрафты сумок и прочего бы добить. Чтобы можно было крафтить там плащи, сумки, потому что я их до сих пор не могу крафтить и... Да купи просто еще. Не, могу. Не, ну у меня вообще просто ноль, поэтому мне даже книжки не потратить. Денег вообще нет. В смысле? Нет, купить-то я могу, я хочу сам крафтить. Надо же. Жидко у нас по прокачке, но мы же не играем круглосуточно, сам как некоторые. Да. Взял бы и помог. Вот, с прошлого стрима. Ты на север, да, вышел? Собственно... Крэгмор. Что? Не, я на этот, на SE. Ага, как обычно, в сторону нашего. Я прослушал, видимо, сейчас я тут. В сторону нашего городишки. Красная зона, 8 ПК. Нам нужно будет вниз. Так, или куда пойдем? Или попробуем в красной форме? Да, так попробуем в этот, вот, Дэйвейн. Пойдем туда. Там можно будет пофармить, наверное. Потому что тут все-таки по дороге к Корлеону ганкеров будет куда больше. Опасно. Жду тебя на выходе. За Т. Я лося так хочу. Да, надо купить его будет. Лось неплохо. Так, все, ты вышел? Погнали. Угу. Ты в на четвертой лошади? Ну ладно. Ну да, веришь. Купил бы третий. На ней можно будет свалить. У меня есть третья, так. Кого-то убили на Е. Неудачно покопал. Надо держаться подальше. Мапцы сагрились. Или можно пойти в какой-нибудь данжик на Т4 мапцов.
Куда мы с Аргонайки ходили, только я не знаю где. Ну они в желтых. Ну, вот или как раз... в какой-то заскочим сейчас. В желтых можно поискать. Тут люди прям, смотрите, прям на дороге фармят. Ничего не боятся. Я бы данжик сходил. Давай с нами, пиши, Хидео, добавляйся. Чё, его далеко от тебя? Ну, мы из Корлеона вышли, я не знаю, где ты. Здорово, Джефф. На стриме-то видно, где мы, в принципе, сейчас передвигаемся. Да, и задержки даже нет. Ничего не боимся. Да. Никого. Я не боюсь никого. Ничего, кроме себя самого. Йо. В Альбионе просто когда боишься, тебя обязательно ганкнут. Когда не боишься, все нормально будет. Нужно просто всем показать, что у тебя стальные, и на тебя никто не полезет. Так, смотри, нам как раз надо, по идее, было много... много этих лосей. Оленей и лосей. Давай найдем, может быть, тут где-нибудь спотик пока. Это вот это вот не данж? Так, что это такое на N? И вот на... Да, данж, но это в красной локе. Тут нас грохнут быстро. Да, не что туда идти не стоит. Ну окей, да, пошли. Ну, можно этот, спускаться. Можно... Ну да, можно, в принципе... Тут пока вот всего три ПВП-шера. Вообще, вполне, по крайней мере, сверху безопасно. То есть можно даже фармить банально лосей. Только надо найти спот, где хотя бы их там штук 5 будет рядом. Ну вот давай левее. То есть левее? Видишь, где шкурка эта? А, ну да, точно. Там, по идее, их много должно быть. Ах, вот за шкурами. Тейдж, что да, тир это именно уровень грейда. Да, именно. Так, и тут, уровень, и качество. Т6 носороги, не, это больно. Они нас спорят, я боюсь. Сейчас. Все-таки это красная зона. Я посмотрю уровень Локи. Ой, тут с четвертая кожа минимум. И четвертая кожа, это нормально. Так, не подойдет. Птица. Так, вот лось, 2, 3, смотри, 3 лося уже вижу. Рядышком. 4-5, вот это неплохой спотец. Давай сюда. Двоих год забрал. Я сейчас того туда приведу. Давай. Можно наказать его за такую дерзость, например. Ой, полный. Вообще хорош. Ага. Максимально 8 тир. Да, но еще под тиры, соответственно. То есть в рамках одного грейда еще есть low, top, middle. Так, какой-то блоб собрался на входе в данжик. Рядом с нами. Надо переключить куртку на хил. Ну, по идее, вот тут вот. Можно и фармить, и быстро, если что, убежать в портал. Если прям много людей не будет. Так, тут он что-то Т5 тигр. Тигр-убийца. Блин, оценят меня тигр. Я не готов. Блин, такой прикольный маунт тигра. Тоже его хочу. Правда, я не знаю, кого больше лося. Ой, тут лоси. То, что кого нужно. Больше хочу, лося или тигра? Даже не, если датсманки с лагерь придут, то нам в данж пойти самое то было бы, я думаю. Четвером mm-hmm. вообще отлично. Либо Хеллгейт. Ну нам только нужен хил какой-нибудь. Тут кто-то из вас есть? А, вроде Слагер говорил, что у него билд хила есть. Слушай, Хеллгейты их надо прям пасти, то есть специально в них ходить, это что-то геморрой. Ну, вчетвером, согласись, полегче, чем вдвоем мы тогда пытались. Ну, если, но если они на двоих в желтых лок, то есть это, видимо, только красных уже начинают. Не, в красных только. Так, смотри, тут кого-то убили прямо рядом с нами. Надо быть аккуратнее. Нас двое, не так страшно, конечно. Ну, учитывая, что блок тут нет. Вполне возможно, да. Ну, знаешь, если мы наткнемся на десяточку, то это нам не сильно поможет.
Ну, сейчас пятеро. Окей, ну пишите Хидео, добавит вас в пати. Соберемся туда, сходим. Ладно, сейчас пока только 4 человека в PvP-режиме. Беда в том, что уже начиная вот с Т4 тира довольно медленно спавнится-то, товарищи. Закинул Хидео. Хидео, ну, тебе должен был досманки написать. Инвайт его. Не или куда пока. Он тебя? Может, он в друзья добавил? Друзья, наверное. Можете сказать, в чем суть? Да. Сэндбокс с фулл лутом, соответственно. Развиваешься, да, ганкой, ну, ганкаешь других, спасаешься от ганков сам, возишь караваны, да, то есть тут экономика по регионам, в каждом городе своя, соответственно, ты должен перемещаться, нет телепортов, точнее, телепорт есть только голышом, никак иначе. И, соответственно, ты просто вынужден постоянно находиться в опасности, да, рискуешь своим шматьем. Ну и для кланов пачек это ГВГ, осады и прочие. Давай, наверное, ниже спустимся лок, потому что, мне кажется, именно четвертого тут маловато. Вообще, конечно, Альбион ключевое — это клановое противостояние, все, что с ними связано. И сравни, насколько больше удовольствия от игры мы получили после того, как... Да. Суть... Альбиона, Грин, Традигрин. Слушай, то же самое можно и Прилл 2 сказать. А про Вов можно сказать, что это данжа. Это наша локация, если что. Можно тут прятаться. О, неплохо. А про Вов можно сказать, что это данжа ради данжей. Ну, как бы, окей. Да, неплохо. Смотри, стражники с нашими этими нашивками. Все. Никто не рискнет тут на нас. Иди, ладно, сфарми этого. Повыше еще лазил. Можно тут оставлять, если что, ресурсы будет. А там, в смысле, есть склад? Да. Чего вы не ганкаете? На любой локации. Ну, мы ганкали в прошлый раз, как, знаешь, в конце стрима рассказали, да, если ты будешь только ганкать, то кто качаться-то будет? Мы можем, конечно, вдвоем пойти. Ничего хорошего из этого не выйдет, да. Нас убьют просто и все. То есть, ну, ганкать в пятером, я думаю, вот самое оптимальное, да, пачкой. В пятером вполне себе ганкается. Сейчас дейлики. Ну хорошо, дейлики ради дейликов. Что еще сказать? Каждый находит свой интерес в игре. Фуллута на самом деле многие боятся. Даже если не показывают. Даже якобы хардкорные игроки. Ну это прикольно, серьезно, я вот... мне всем раньше Альбион нравилось, кроме унылой, как я считал, боевки и графики. Ну графика, я до сих пор считаю, что графика дерьмо в Альбионе, но вот по ганкам в тот раз, да, я понял, что для такой игры самое-самое то боевка, и это все равно весьма интересно, классно. И поэтому сейчас у меня претензии к Альбиону только в его графоне. Во всем остальном мне игра прям нравится. Ну, конечно, еще то, что дофигища времени требует. Такое, конечно, времени у меня нет, но как бы наслаждаюсь как могу, да, игрой. В рамках того времени, которое есть, в нее поиграть. Какая разница, что фармить, да. Ты в любом случае фармишь, и то верно. А уж мопцов на споте, квесты, дейлики, данжи закрываешь по КД и прочее, это кому что больше нравится. Поэтому говорить, что там, не знаю, в одной игре унылый гринд, потому что тебе нравится другой гринд, ну, это тоже как бы не совсем верно. Что за город для бандитов? Что имеется в виду? Не знаю, может, имеет в виду как в Арчейдж пиратов с их островом? Там все-таки немножко другая система. Да и механика в целом, и задумки, почему это было сделано. Тут все-таки больше простоты в идее. Тебе Слагер-то написал? Не, давай просто с разных сторон фармить, чтобы не мешать. Нет. У меня пока только Криденс, друзья, добавился. Не, если Слагер с нами поет, то вчетвером с хилом-то идем просто в данж. В желтый локи и нормально там стоим. То, что нужно, как раз там 4, Т4, Т5 мапсы будут, и мы их отлично пофармим. Лагерь ест пряники. Вредно, на ночь сладко есть. Да.
Да и вообще есть на ночь. Так, ой, что-то страшное. Нет, сегодня прогулок по боссам не будет, сегодня просто фармим, общаемся. Не захотели нас взять на один ивент. Да, просто поймите, что в любом случае у нас-то время ограничено. Задрот тут качаются там по 8, а то и 12 часов в сутки, и надо хоть как-то иметь возможность хотя бы для того, чтобы показывать в будущем какие-нибудь ивентики интересные, да, там, иметь возможность хотя бы приеться во что-то. Для этого надо фармить. Что поделать? Пожав на ночь спать невозможно, да не, нормально. Слушай, а вот раньше на территории гильдии не было этих стражников. Я так понимаю, после того, как ГВГ теперь закончится, надо этих всех стражников поубивать. Прикольно сделали. В смысле? А, то есть, типа, они вот, я думаю, они просто придут по твой флаг, если ты захватишь. Нет, то есть, ну а что, для чего они нужны? Они как-то убивают, наверное, кого-то. Вопрос, как они задействованы. Вот что интересно. Ну, тут враг. Точнее, он в PvP режиме пробегает мимо. Он один? Да. Сейчас бегу к тебе. Так, куда он только сбежал? Налево или направо? Я думаю, налево. Я тут... Я бегу налево. Да, направо бегу, сейчас поищу. Тут у меня нету. Куча тигросов. В атаке. Да нет, тут тоже он лутают. Мопцов. I had healing? Не в PvP вроде бы был. Не, там вот именно оранжевый бежал. Меня пробежал. Сначала такой, чё? Чё происходит? Вообще, конечно, если PvP режим включить, можно много кого забрать. Добытчиков. Я правда так и не понял, что с кармой, как она на что влияет. Ну, если ты наубиваешь 1000 человек, то ты не сможешь заходить в красные зоны. О, нашел его. Красные или в желтые? Да. Ну, если поменьше поубиваешь, вот он, да, впереди. Фура. Все, он вышел. А я не понял, как он вышел на ходу, или это потому что в нашей зоне было? Наверное, да, в зоне все-таки. А, окей. Блин, секунду. Стоит ли вам переться? Ну, данж по-любому будет. Если хочешь, мы в город куда-то выйдем, чтобы встретиться, если тебе опасно к нам передвигаться. Или вот побежал прямо на дорогу, неплохо. А тут блоб красный. Да, я тут. Это, не, он на входе. То есть это просто те. Смотри, те, кто из зоны не вышли. Да, мы можем просто Bridgewatch сейчас направиться. И там встретимся. Тебе так, по идее, будет нормально. А он где находится? Я не знаю, где он находится. Нам до Бриджвича раз, два, две локи пробежать до Бриджвича. Мы совсем рядом. И следующий у нас лока уже желтая. Определитесь, какой данж. Да в любой данж пойдем рядом, который... Сейчас скажу, посмотрю. А, да глянь, ближайший. С городом, который соседний. Рядом. Соседний. Ну, вон, Smooth Floor Cleft. Есть данж у нас. Это где? Под нами? Слева от Бриджвача. На слоу 3 нету? Не, на слоу 3 нету. Есть Snapshot Trav данж на 3-5 человек. Вот можно в какой-то из них пойти. В данж 5 минут выбрать. Ты главное сам к нам прибеги. То есть он должен быть на карте отмечен, да, тоже, как данж?
Ты просто, ну смотри, ты когда карту смотришь, видишь там различные постройки изображены. На нее наводишь и, собственно, описание. Например, в Smooth Floor Cleft написано Undyed. Ну, у меня на английском, короче, территория для группы из 3-5 человек. Данж, так, а короче. Где он, погоди, еще расскажи, находится от нас? Слева от Bridgewatch, посмотри, локация. Bridgewatch, Smooth Floor Cleft. А, вижу, да. Вот, и... Как на него навести? Просто нажми. Я что-то не нажимается никак. Ну, погнали туда, это, правда, синяя зона. Погнали, Bridgewatch. Bridgewatch, туда встретимся. Да, окей. В принципе, втроем нормально будет. Да, у тебя нету хила какого-либо в билде. Странный Форт Стерлинг. А у тебя шматья нигде не заныкана, да? То есть ты все свое носишь с собой? Может быть, телепортироваться голым? Ну, он, наверное, одет получше нас. Нет, если он не был в Корлеоне, наверное, он тоже в Т4. Логично, должно быть. Почему-то не очень. Не точно. Ты уже погнал, да? Оставил меня. Ладно. Ну, я вниз, да, уже в следующий локу пошел. Так, нам бы хиллера еще. Ну он пускай слагер за пряники доедает, идет. Да иди пряниками. Нам возьми тоже. Печенье к нам. Да побольше. О, нашел трех оленей. Иди сюда. Ой, как хорошо. Фармилово пошло. Хидео с его отталкиваниями. А, ну дамажит, между прочим, нормально. Я знаю. За мобами, что ли, бегать буду? Я шмелишник, наоборот, притягивать должен. У меня, кстати, есть, но в дорогом теле, 4.3, притягивалка. Правда, она как-то странно работает. Мне ни разу не получилось на ивенте реализовать эту притягивалку. Ты, грубо говоря, просто привязываешься к себе на расстоянии парочки шагов чувака, и через пару секунд он просто к тебе подтягивается немножко, и все. Такое себе. Кстати, уже желтый лог, так что можно не бояться. Да? Да и как бы особо ценного шмота нету, чтобы бояться. Не считая лошади. Самая дорогая это лошадь. Да-да-да. Все остальное по стоимости, может, даже до нее не дотянет. До одной лошади. Блин, знал бы, что идем в синий лог, можно было бы даже косу взять. Чтоб фармилось приятнее. Как тебе, кстати? Че? Куски забирала, разрывала на куски. Ну да, да. Или нет? Бодрее. Айоне. Сейчас, секунду. Бодрее дамажит, куда? И там как бы второй дашь еще и с усилением. Вообще отлично. Я же тебе говорил, нормальная тема. Те, кто не пробовали, не знают. Ты будешь широко улыбаться. Ну, мы сейчас в безопасную зону идем. Вообще, а так, конечно, я всегда надо... улыбаюсь, в конце концов. Хоть я убиваю, хоть меня убивают. Нам пофиг. Главное, чтобы весело было. Да. Ну, на самом деле, почему-то очень многие заморачиваются. После многих ММО для них это непривычно. Если проиграл, ну, грубо говоря, ну, самый большой штраф, который может быть. Потеря всего.
Если бы у тебя еще, если бы тебя еще чар удалялся, вот это я понимаю, было бы сложно. Зато мотивирует хорошо играть. И игра еще удалялась такая. И снова 100 баксов, пожалуйста. Вынь да положь. Это мотивирует хорошо играть, нормально с людьми общаться, чтобы они тебя не убили, из клана не выгнали, не раздели. Хотя такие случаи были. Короче, короче говоря, быть нормальным человеком в игре мотивирует. Кого-то уже убили. Бриджоч 500 человек. Здравствуйте. Нормально. Пока погнали в сторону данжа. Угу. Так, ну что, тогда пойдем с мускул. Ну да, крафт, наверное, первым, да? Ну а да. Потом желтую, когда уже будем четвером. Ну там посмотрим, как там, если нормальные Т4 мопцы будут. Плотненькие, то почему бы и нет. На Т5 надо немножко еще докачаться. Мне еще надо 10 тысяч фейма набрать. Там, может быть, на Т5 идти. Там пассивка слишком жесткая, которая тебе и урон повышает, и тебя сейвит знатненько. Блин, надо, надо было не 10, да? Я ресурсы забыл выложить, ну ладно. Ну я выложил, на всякий случай. Хотя там особо-то дроп нет, там серебро падает. А, ну сейчас я вас догоню. Да, я ж просто удалять жалко, передвигаться надо как-то дальше. А ты прям с перевесом, что ли? Ну, если слезу лошади туда. А-а-а. Натырил такой же. Обмазался шкурами. Ободрал лосей. Это да. Блин, жесть. Я сейчас посмотрел. У меня больше всего среди всех фейма. Я до сих пор не открыл четвертую кирку. Добывание. Что за дела? Это потому что, знаешь, потому что вот в гильдии, когда приходишь, ты собираешь только что-то одно. И ты довольно быстро поэтому открываешь. А из-за того, что мы все вместе собираем, мы так долго прогрессируем. Да. Что следующий по стриму? Сегодня, через полтора часа, пойдем. У нас Гоха сервер открылся по цитадели, благодаря механику. Вот пойдем нормально по стриму цитадели. В этот раз без лагов, я надеюсь, сможем нормально поиграть. Ребят, было бы очень круто, если бы сразу же на первом стриме вторая команда собралась, ну, которая, грубо говоря, или соперничать с нами будет, или просто вместе с нами играть на серваке механика. Да, я думаю, что пока просто начнем, там, если все нормально пойдет, можно просто будет позвать кого-нибудь тоже из стримеров. Ну да, вот так вот. Не думаю, что это будет проблемой. Игра шляпная, но, блин. Окей. Что еще могу ответить? На вкус и цвет товарищей нет. Знаете такое? Я сам толком не успел еще оценить, поэтому сегодня вот посидим. Поразбираемся в цитадели, поймем, стоит нам вообще внимание это особо. Он просто Хидео ее активно форсит. Посмотрим, что из этого выйдет. Так. Ну, согласись, что графика когда сурвайвала очень годная. Ну, графика-то да. А, все, это здесь, погнали. Угу. Что-то долго идет датс. Босс. Ну, уже сказал, там, 7, так, где-то проход. 7 локаций пилить, все дела. Я хочу лося. Я куплю лося, и все, можно тогда сказать, что Легион пройден. Оставь свои, этот, предпочтения при себе, пожалуйста.
Так, куда-то, по-моему, мы ходили вот на SE, стример уже играет на стримерском сервере. Ну тогда хорошо, тогда. Так, тут какие мобы? Т4, нормально, то, что нужно. Тогда как подразберемся с игрой, если все зайдет, то засамонимся туда, чтобы не быть сразу нубасами, которых все будут убивать. Что-то одиночные скелеты пока так. Блин, я забыл агр поставить. Ладно, сейчас поставлю. Ты, кстати, тоже, наверное, поставь, все равно нас будет хилить. Как что? У меня нет агра. Как это нету? В любом деле... У тебя же хэви, а у меня лайт. А, ну ладно. Не забывай про это, да? Так, вот спотец. Давай. Тащи. Молодцов. Я побегу, ты заберешь какого-то. Окей. Ну, блин. Не особо я забрал. Я всех забрал. Только скелеты развернулись. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Я понял. Не вышел. Ну, а так летит. Сейчас встану. Угу. Да, поднимайся. Не, пока их надо по одному подогревать. Какой вы локи? Смув, что-то там, кров, лефт. Вот, слева вот. От Бриджвотч, да, сейчас вот сразу же. Город Бриджвотч. Его видно издалека, вот он даже на дальней карте, от него локация. Локация. Вот. И на N заход. Так, ладно. Локализация разве все равно не английский? Да. Тащи. Да, пускай подальше пройдут тогда. Mm-hmm. А ты с задних просто забери, да и все. Ой, тут еще один чувак. Норм. Ты много забрал? Одного пока скелета. Фармлю. У нас тут гуль просто реснулся. Ща. Добью, приду. Че у них по фейму? Ну, неплохо. На троих 97 фейма. Пойдет. Точнее, на каждого 97 фейма. Так. Ну, по идее, это мы можем потянуть, кстати, сейчас. Ну вот нет, смотри, там надо и мага с гулем, как минимум, отделим. Вдвоем они прям очень больно бьют. Сейчас гуля сагрю сначала. Блин, ладно, недалеко ушли скелет. Все уже разбежались. Гуля агрю. Иди сюда, дура. А он не сагрится. Ему плевать, да, надо было его сразу, пока ты тащил. Давай, окей, тащи еще разок. Ударю по дороге. Стоять! Блин, у меня сагрился маг. Ладно, маг так маг, давай маг сагрил. Ну, маг нормально. Да, отагривай гуля, боже, я очень больно. Я очень больно получаю от мага. Айнель, отагривай, пожалуйста. Я очень больно получаю от мага, он сейчас меня даже добьет, наверное. Да, скотина. Не, маг дикий. Так, не уходи, сказать. Я пытался. Не успел. Убегай. Нель, убегай. Надо, чтобы кто-то его танковал. Давай ты сейчас гуля сагрим, да, а потом уже спокойно сможешь напасть. А то мне просто, блин, по четверти хп за удар отнимает. Это как бы много. Ну, нужны станы просто, чтобы их нормально отогревать. Или можно так сделать, что я повожу просто всех сразу и буду мага станять. Или ты поводишь. Я даже не знаю, как лучше сделать. Кто, короче, этот... Не, давай, тащи еще разок. Сейчас попробую гули согреть нормально. Блин, у меня сагрились вдвоем с магом. Здравствуйте. Маг просто агрится. Убегай сразу. Сейчас сразу бегу, да. Я бы, ну вот сейчас не вдвоем, пробуй загреть, давай. Давай, пробуем. Пока там маг что-то тупит. Хорош. Мага добить, все, добили. Теперь на мага.
Нормально. Ой. Больно, да. Тяжа его так. Нет, только третий ауе. И то ауе только если брит на этот накинуто. Ой, сумочка четвертая. Кому сумочку четвертую дать? Мне не надо, у меня есть парочка. Он на льду. Там, кстати, держи. Запрыгивайте к нам в Дискорд. Угу. Чтобы проще было у нас перетянем, напишите, как будете. Че, не надо тебе сумочка? У меня есть, пишет. Смотри. Патичат возьми. А. Я просто думаю, где же он горит? Он в патичате горит. Да ладно, тут два обычных скелета, их-то можно пока. Ну я их вытащу. Еще с бабы не пошли. Так, а Дискорд? Я не знаю, как Дискорд дать, чтобы ты зашел. В смысле, обычную? Ссылочку, ты не знаю, как дать. Вон, в чат Твича. Команда Дискорд. А, все. В чате Твича скинули. Добрые люди. Я. Yeah. Конечно. Самый добрый люди. Так, ну... А, там еще маг. Давайте осторожно, только сейчас я... А, ну сейчас он зайдет, да? Да, тебе там долго еще бежать? Эл, ты, кстати, хавку не заюзал. Да. У меня всего одна на полчаса, но... Да, ты тоже заходи в Дискорд. Такие страшные люди бегут. Один с алебардой, другой с топором двуручным. Мясненький. Так, что там по фейму? Тут можно уже прокачать. Да, в принципе, а что экономить? Тут две книжки потрачу. Все, отлично, пускай дальше качается. Перетащишь его? Да. Не вижу, только на фри-ченнел прыгни. Вот топор как-то очень медленно качается. Прям очень медленно. А его как раз и нужно качать. Что самое-то грустное. Где коса? Коса на складе. Так, мы собирались фармить в красных зонах, я решил, что... Че, я дурак, что ли? С косой фармить мопцов. Ну нафиг. Сюда бы, конечно, пришел, но... Ладно уж. Она в Корлеоне. Нель, прыгни на фри-ченнел, чтобы мы тебя перетащили в Дискорды. Ну мы вообще влюблён достаточно давно играем. 14-15 года. Я в него играл так, совсем немного, да. Не тратил время, пока были беты, вайпы. А сейчас интересно весьма. Слагер, у тебя прям миллион ников, да? Чтобы никто не догадался, что это ты. Давай тащи. Так, ну все, да, я пошел. Раунд. Че? Раунд уже. Привет. Тебя плохо слышно. Сейчас погромче делаем. Блин, далеко уже убежали, пока я перетаскивал лука. Сагрится, не сагрится, не сагрился, ладно. Агритесь. Эх, не хотят. Давай еще разок. Один согрелся, нормально, остальных в воде. Еще скелеты, но на скелетов
На скелетов плевать. Все, они тем более ушли. На скелеты, даже если нападут, ничего страшного. Да. У них не такой большой дамаг, и они убиваются быстро. Так. Хавку съел, все. Блин, ну маг даже с автоатаки, блин, вообще просто куски от меня отрывает. Да, он мощный. Ну, я, правда, не посмотрел, сколько с него фейма дают. Сейчас глянем. Наверное, прилично. Тащи. В принципе, если там только маг скелета, то можешь забирать их всех. Сразу давай с магом. Давай. Скелет может отстанут. Давай, давай. Мага бей. Угу, угу. Хорошо, у тебя есть стагеры, а то мне отбить нечем. Води просто, смотри, как пробивает нашего мага. Ладно, 99, сейчас я... неплохо. Давай, агри. Сейчас я нагрею. Сейчас я всех подхилю. Все роба. Тонкая роба. Смотри, они вообще только меня не прибивают, а зато как от хиллера куски отрывают. Это да. Ой, я бедный тряпочный хиллер, что поделать. Одевайся в хэви. Будешь хилотанк, паладином станешь. У меня была такая мысль. Такими толпами ходят, господи. Ничего, так, пятером... ну что, играем на перегонки или давай в другую сторону? Пятером, нормально. Тут пока он на моб бьют, пошли дальше. Вон-то там давай. Гули и прочее. Да, я как-то его долго. Так, что у нас тут? Гули надо нагреть. Сагрил. Угу. Так, сразу давай на мечника, пока не фармить мелочь. Сагрил. Сагрил. Заливаем дэмэдж. Блин, у нас, скорее всего, 2 ДД, у них 4. У нас 0 ДД. Перехватили у нас его, да? Да. Этого мы забрали. Нормально, третий плащ. И... Но не мы. Короче, я агрю, пофиг. Бьем мага. Мы? Да. Гадство. Фейм не дали, я говорю, значит, это сейчас не... будет на перегонки, короче. Блин, их пятеро. Пойдем. Ну да. Ну, плюс у нас ни одного ДДшника. А я? Ну, была бы у тебя коса, тогда можно было бы об этом говорить. Ой, все. Ну, одного скелета, короче, мы забрали. Ой, стоп, а оказывается, наш маг был. Я золото поднял. Конец салют, потому что это синий зон. Дат бежит. Уже не знаю. Несколько лет уже бежит. Так, а мы же не увидим, да, где он находится. Кто-то у меня. О, механик, друзья. Механик, это с нами пойдешь? Мы сюда идем. Да-да-да, идите, я сейчас механика добавлю, друзья. Ой, в этот спать. В смысле, идите тут. А ну вот. Одинокий гуль. То, что нужно.
неплохо. Это намного лучше. Что за падальщик? Что это за пушка? Подходи, Турик. Ты пока пати прими. Почему бы и нет? Механик, да и все. Где одиночки? Ладно, или надо в большой комнате становиться. Кидавр, развернись. Тут большая комната сверху. Молодцы. Просто я и без тебя решил. Не стоит трогать. Так. Сначала чё, мечника. Блин. Ты, по-моему, не там согрел. Я слишком рано согрел. Отходить надо, убегай с лагер. У тебя мечник. Слушай, мечник там не остался. Если мага отагришь, то все будет классно. Конечно, больно, но забирай, забирай, забирай. Пока байчу. Кайчу. Очень плохо я смотрю. Да. Я так подхожу, даю скилл и ухожу. Не подходи, не подходи. Блин, маг пришел. Да-да, они выехали за вами. А тебя убили, блин? Да. Черт возьми. Ой. Я не хочу умирать. No! Гребаный маг. Долго еще включение пока ждать. Тут нельзя пока включать, это синяя зона. И нам пока хватает, хватает ПВЕ. Слушай, оказывается, мобы сложнее людей. Людей проще убивать, чем мобов. Тут маги какие-то дикие. Че, давайте магу убьем сначала. Давайте. А где они? По-моему, чуваки его сагрили сейчас. О, смотри, они хорошо получают пользу. Давай-то пока мелочи заберем. Пускай они разбираются. Давай одного бить. Все, наш. Не наш. О, нагрь сверху. Пока они тут отхиливаются. В гуля. Господи, да чего ж глупая толпа от мага отгребла. Они должны это просто перемалывать. Наш, нормально. Наш. Давай тоже. Хорош. Забираем. Со мной бей по ассисту. Так, это не наш. Ну, главное, гулю забрали. Ну да, больше. Вон гуля. Так, еще пачка идет. Проходной двор какой-то. Слушай, может пойти, ну сейчас все придут, может быть пойти на этаж пониже. Господи. Толп фармил, закиньте ВС. А ты где? Я тебя не вижу. Я ж не могу закинуть, если тебя нет на голосовом канале. Прыгни на фри ченнел. Я же не могу насильно людей в голос загонять. Увы. Так, о, мак резался. Мак. Вы где? Куда бежать? Локация Smooth Flow Cleft, она слева от Bridge Watch. Чё, бегит? Да ты прям в этом. Блин, да не, плевать, там заморозка-то фигня, из неё выбегать дольше, на самом деле. Я уже добил выбегать из заморозки магов. А, пустил. По-моему, мы тут всё зачистили. Пойдём наверх, сейчас должны как раз порезаться там, где мы изначально чистили. Сейчас наверх и направо. О, налево есть скелет уже. А в этой локации заходишь в портал, вот он на N, на севере. Ребят, кто хочет пати, добавляйтесь, кидаются к друзья. Фактически мы на входе. Механик друзья добавил. Давай проверим. Я механика в пати добавил, но что-то он не добавился. Механик, не пришло тебе или еще раз кинуть? Ну, арестнулись так. Давай попробуем двоих сразу. Давай попробуем, да. Ну, гуль сначала.
Надо было мага. Ну блин, Макс толще в два раза. Ну вы зато убили и все. А гунта я отсюда. А вот от мага. Мага есть другая проблема, что он допажит. Он все замедляет зараза. Так, наконец-то. Так. Ура! Здорово. Теперь мы будем все фармить. Ура! Даца, ты орк, что ли? Чё у тебя аватарка орковская? О, наконец-то. Привет. Здорово. Привет. Я просто черный парень. Большой чёрный. Ты скрываешь это под маску? Гулю надо добить. Нормально с него дропнулся. Топовый мидл рун. Т4. Так, я тогда хил снимаю. Надо реген маны тогда мне поставить. Не хватает. У меня есть реген тот самый. Вот он. Ну, неплохо. О, хорошо. Ну так можно жить. Я же полезный, чего вы думали? Просто так пришел. Не зря так долго ждали. Тот же самый сейчас, вот до Т5 докачиваемся. А в остальном, блин, тут еще долго. А, ну, кстати, нормально идет фейм-то на топорик. Неплохо. Уже порезали. 4 вообще очень хорошо качается оружие. Я бы сказал, даже в лед. Маг. Кроме меня интераптов ни у кого нету больше? Нет. Крутые у вас билды. Я бил, бью и буду бить. Окей, ладно. Ну я просто этот не сильно хочу кнок юзать. Если был бы, допустим, у тебя еще один интерапт, можно нормально было бы жить. Ну ладно, ничего страшного. Как-то быстро кулем мы теперь убиваем. Нормально. Так, сейчас тут должен наре... О, кстати, дропец. Преснулся, кстати. Я тут он... Рунка валялся. Тут еще не пореспились. Не так быстро. Значит, надо ниже идти пока. Вообще неплохо бы уйти, вот, наверное, на верхнюю часть. Ну, сейчас придут кто? Да, скелеты уже порезались. Мы их убивали первым, по идее, значит, все остальное еще тоже лестница здесь. Если мешать не будут, по идее, можно по кругу этот спот фармить, прям вот, вот это вот все. Получается, большую комнату и все вокруг нее. Но я боюсь, что тут проходной 2 просто будет. Блин, такая печаль с налогом. Фармить данж. А сколько, кстати, налог сейчас стоит? Сейчас посмотрю. 50%. Это вы не игры, а не я, оказывается. Так, давайте пока проверим снизу. Может, тут вообще стоит респаун полный. У нас там резается еще не скоро. Да, вот маг, скелет, по крайней мере, есть. Я кинул. Пусть врут алебарду не наручный топор, но больше ДПСа для фарма. А, нет, конкретно между алебардой и топором я смотрел, мне там скилл больше понравился. Там разница в третьем скилле, вот этот вот третий скилл как раз, ударного, потому что он хорошо позволяет наконец ауешить, да, с помощью него можно как раз мелочь закидывать на мелочь дэмэдж и блит, то, что нужно. Поэтому я взял алебарду, а не топор. Вам как дэмэна нужна, говорите, чтобы я лишний раз не взял мимо. Так. Ты же видишь, давай сначала. Ой, блин, мага. Я мага выведу, возьмите гули. Так, вы всех взяли, да? Я мага фармлю. Точнее, он меня фармит. У меня сейчас никого нет. Ну, потому что все меня бьют. Маг на мне. Да, ты на мага ты, может, придешь, ты куда убежал-то, кидаю от мага, блин. А, все, по мне идет захил, нормально. Добиваем мага. А черт с ними с гулями. Гули не дамажит. Дамажит только маг. Остальное все вполне переживается легко. Ну я увести хотел. Да не, мы сейчас уже можем спокойно. Просто накинулись, он убивается за 5 секунд. А дальше уже не проблема. Можно уже не заморачиваться с этим выводами туда-сюда.
У тебя, кстати, да, еще есть запас, а то у меня... Я уже все. Это было в городе, кстати, скрафтить, ну ладно. Тренк, добавься к Хидео, кинет пати. Да, добавляйте, за друзья буду бросать. Тренк. Да, 4 сколько там надо? Потянем? Еще ничего нет. Да, давай. Yeah. На мага только первым. А от мечника главное из его этого, из его void зоны выходить, когда он перед собой начинает мечом размахивать, остальное все фигня. Я буду интерактить, сколько могу. Все, теперь мечника, черт с ними скелетами. Повышенный дэмэдж по нему закидываю. Чё, больно в робе, да? Ну такое. Пока хилит нормально. Мне правда из-за этого кикают обычно не спать иногда. Когда на меня постоянно могут убегут, потому что я всех переагриваю дамагом. Так, дай немножко манки. А, ладно, давай. Да. Так, уже почти. Не, нормально фейм идет прям бодро. Сейчас пошел. Просто быстрее фармим. Ну да. Кстати, к нам еще один пришел. Так что сейчас вообще, ну, можно вот, не бояться. Втором, да. Просто агришь магом, содержишь, мы остальное забираем легко. Еще пачка. Та самая. Так, окей, давайте сразу там наверх вернемся, там, там должны были пореспиться. Блин, еще бегут. Офигеть, это вот пати. Не, ну это проходной двор, потому что первый спот на ТП, это понятно. Ну тут еще нормально, вот там в зимних локациях у форта, там человек по 10 бегает, ну, каждая пати. В синих локах? Да, ну в желтых. А, ну, в желтых, там в желтых, но в таких же данжах. Ну то есть там тоже Т4 мобы? Там Т5 уже должны быть, по идее. Почему? Ну там Т4, Т5, да? Примерно такого же уровня лоб. Да, вот нормально, пореспились. Кстати, есть же еще этот портал на пятерых. Там кто не был? Это который типа Делик? Ну да. Который, ну, я постоянно хожу каждый день. Как там? С пачкой нормально? Или не сложно? Мне интересно. Да не, ничего сложного нет. Слушай, примерно там такие же танчики. Я бы сказал, даже, наверное, попроще. Там примерно уровень соответствует гиру, поэтому... Просто идешь, пинаешь всех потихоньку. Ну да, там же через ЛФГ можно ходить. Там у кого-то не бывает. Ключевые Т4. Рунка валяется халявная. Так, ну тут ничего нет уже. Так, мы тут все зафармили, ты, чуваки. Где тут проход был на нижний этаж? Что-то я не помню, здесь что ли? Точнее, не на нижний этаж, да, а дальше. О, четырех. Прохода нет. Нету. Не по центру он, случайно. Не, по центру-то выход. Он же вход. Постой, типа куда-нибудь он, например, на...
СВИ нормально будет? Чувак соло фармит с кастетами. В большой комнате не порезалось, наверное, наверняка все зафармлено. Ля-ля-ля-ля. Да. Правда, ладно, пойдем на выход. Сейчас найдем. Я тут... А вот переход дальше. Где? Там. А, окей, погнали. Как я боюсь, что тебе пачек раз туда и туда и ушли. Ладно, сейчас найдем, где, где встать. Ну там не был. Что-то мне кажется, тут на всех хватит. Механик, смотри, добираешься до Бриджвотча, и следующее от Бриджвотча налево, на запад, локация. Там данжи. А что, сюда не пойдем, не? Да, фармим по дороге. Сюда я просто медленный. Да, механика добавлял. Прикольный скилл. Так, что там топор, по идее, должен уже дальше качаться, да? Блин, так. Еще не хватает немного. Где Ребят? Моя морковка? Проверим. Вот тут мопы. Давайте, по идее, нормально, можно бегать. По крайней мере, стоят пока. Тут можно, наверное, круг наворачивать и фармить. Сзади скелет треснулся. Ничего страшного. Броню порезал. Не то. Все, хорош. Топор третьего левела. Можно использовать очки. А где можно их использовать? Да вот. Хорошо, куртка. Что-то не помог, это хилера сильно бьет. Так, ну теперь должен был открыться новый скилл. Только какой вот этот, что ли? Яростный удар. В манку зайдите. Поздняк. 20 секунд ждите. А что, идем? Она уже так восстановилась, да. А, он себя выкинул. Хилер должен страдать. Нет, тогда никто хилами играть не будет. Нашли там снизу мобу, да? Угу. Ты же любишь страдашки. Я как бы да, не отрицаю. Агри. Страдашки это то, ради чего мы играем. Так, а что за скорпион такой? Не знаю, реже броню, давайте заливаем. Что-то он больно лупит. Кстати, в него DLC вышло. Надо будет застримить как-нибудь. Аккуратно расходимся.
справа есть мобы. Да, погнали, там большая комната, должно быть много. Потом продолжим круг. Там два мечника, что ли? А меч... лучника сначала, Хидео. Да, да, сейчас, подожди, у меня атака. Пачка, что ли? Что, давайте попробуем босса забрали. Ну давайте передамажить попробуем. На скиллухе заливаем. Режу. Да, больно будет всем. Не больно. Наш, хорош. 1200 да. Слава дали? Ни хрена себе. Да. Да, да, да. Это очень сочно. А какой у него есть спал, да? Это классно. Так, погнали тогда дальше. Продолжим. Давайте в другую какую-то сторону. Так, нет, вниз. Тут, нет, так же пойдем, как мы шли просто. Ну да, где шли? Там еще мобы есть. Вон там много мобов. Сверху. Ну мы, по идее, затащим их всех. Да? Только скорпион начинаем, он жесткий. Вот ты рано раскидал. Да. Могли бы залить. Потом лучника. Ой, как больно. Почти добили. Держись. Живем, добил. Добил, добил. Все, хорош, лучника. Больно, черт возьми, да. Жесткий парик. Так, ну, все живут нормально. Осталось мелочь. Все, изи. Изи, кому-то чуть пол лица не оторвал. Четыре скелета, которые бегали со мной. Да всем чуть не оторвали, на самом деле. Главное же, понимаешь, когда было тяжко сказать, что было изи. Все же поверят. Так, тут что за проход наверх? Я даю одному стан, другому этот. Тут что-то есть вообще интересно? Тут какой-то выход-проход. А тут, наверное, выход наверх, да, давайте. Возвращаемся. Тут, там нет ничего. Там механик присоединил, все. Больше дэмэджа, богу дэмэджа. Там, по-моему, хил. Ну, значит, больше, значит хила, будем жить. Богу хила. Это прекрасно, на самом деле. У кого-то есть этот похлебки на дэмэдж? Хотя там 5%, в принципе, не так важно, но было бы неплохо. Мне кажется, сейчас уже все равно. Сейчас мы как хочешь можем чистить. Был бы кого, а вот есть. Ну как есть, один скелет. Ура! Так, вон моба. Короче, все это рава, надо идти в желтую теперь. Да, мы особо не успеем, нам 40 минут как бы уже до этого, в стадели. Да? Сейчас... Ну, быстро да. Как-то слушай. Мы сегодня... Но у ребёныш, что знаешь, хорошо, что когда есть задача какая-то и что-то делаешь, как-то вообще незаметно время проходит. Да, это самое классное. И так жалко было, что туда стрим закончился гонковый. Как-то быстро тоже. В общем, там уже время-то было прилично. Так. Он, кстати, был больше, чем 2 часа. Бежит. Ну да, потому что там до часа ночи сидели, даже до полвторого. Мне кажется, тут уже все зафармлено. Так, давайте пойдем-то вниз. Мне кажется, все ходят направо, мы пойдем налево. Как вам план? Давай, только.
Никто за тобой не пришел. Да. Вроде бы. Ой. Страшные звуки. Босс растнулся, что ли? Кто это? Дуэль? Ну, это ПВПшница. Дуэль, похоже, да. Да, дуэль. Он просто стоит на боссе, что ли? Угу. Босс. Ну, респа, наивный. Знать бы его респаун. Но, наверное, минут 20 респается, да? Сколько он должен? Не, мне кажется, быстрее. Фиг знает. Тут обычно-то моба минут по 10 респается. Это все-таки босс. Элитка. Он должен, наверное, подольше. Ну, он может быть динамический респ. Не, вряд ли, тут практически все фиксировано. Вот поэтому вот опять ресурсы хрен достанешь нормально по факту. Я вот надеялся на то, что Hellgate динамический. Ну, сказали, что нет. Действительно, около 15 минут. Как по мне, это не очень. Так, погнали на вниз за мной. Да, в этих Hellgate еще хрен пробьешься. Там зарубы идут, как будто бы, не знаю, на корову. Ну, ну те же. Те же руны можно тут выбить. Единственное, что там, конечно, души чаще падают. Ну, ты пока забьешь за этот портал, можно больше потерять. Лучник сначала. Что-то твои раскидки. Как всегда, но... внезапно. Они решают. Манкиба. Манки. Почти мне. Ну, плюс-минус. Как раз к тебе подошел, и механик тоже без маны. Так, погнали дальше. Можете чаще говорить, 30 секунд откат, все. Ну ты же видишь. Я вижу, у меня туннельное зрение, как у хомячка. Ага. Один моб, это максимум, не предел. Так, я слышу мобов, это хороший знак. Да, какой-то медленный. Да я вообще не знаю, что со мной. Может из-за того, что ты полностью в тяже. Лучник сначала. Нам никто не страшен, можно сразу на замок идти. Угу. Отличный план. Босс послезавтра откатится первый, можно смело рейдовать. Не вышел. Я засмотрелся на чат, что там никто не пишет. Угу. Все, кто писали, все пришли да, на стрим. Да, все. Так, надо еще где-то сотни мобов убить успеть. Я думаю, успеем как раз. Лучник сначала. У него вот эти желтые не сбиваются. Манки залей. Да. Скорпиона. На босса. Ага. 15 секунд. Так, всех прокачаю. Еще мана будет.
Хидео? Прокачаю. Ты просто стоишь без маны, единственный, ладно, агри. Ну вот я сейчас ман. Сам себе. Ну, алебарда я зачем вам ман? Агри? У меня не алебарда, а айронклад. Посох. Это круче вообще всего оружия, что в Альбионе есть. Даже круче хиловского посоха. Да. Не поверю. У нас на ивенте один этим посохом, говорят, хилил даже. Ага, спасибо. Так. Так, сначала скорпиона. Скорпиона, да, скорпиона. Он жестче. Только не попадайте в этот... А, кого-то так очень хорошо мечом прошелся. Просто не стойте перед ним, когда он махает мечом, да и все. Мечник. Мана, если есть. Сейчас будет. Хорошо. Да, было бы нас меньше, мы бы сейчас слегли. С косой бегал Элиот на ивенте. Ну я с ней только поупешился, я с ней не фармил. Я думаю, что мобов еще лучше фармить. Что она просто куски отрывает. Так, могу только одного застанить, осторожно. В косе, собственно, в чем прикол? Она просто мощнее процентов на 30. Она как Т5-2 где-то. По силе она... Это артефактное оружие? Считаете? Да. Не, просто топовое. Артефактное, там же артефакт нужно скрыть. Ну да. Но просто берет и лица отрывает. Это чистый урон. Ничем не замутненный. Всякими ненужными вещами. Я за 1-3 взял. Мог бы взять за лям. Но тогда пожопился, решил слишком дорого. Итоге пришлось брать за один. Ну там 1.20 с чем-то, да. Она еще дешевле стоит. Ну он говорит, 1.8 сейчас стоит. 1.8? Ваш что ли почти? Да. Офигеть. Так у тебя чё? Грамотная инвестиция получается. В оружие. Ну блин, всем нужно топовое. Денег становится больше, соответственно, цены растут. Вообще, я ожидал, что все будет падать. Ну, обесцениваются все. Сами деньги, а... Ну, а руны-то еще нужны, да, и этот артефакты. Фармится их довольно мало. Еще ману залью. Тормозните. Давай. Целая комната наш. Так, только аккуратно, всех не сагать. Давай начнем сверху, да. С Ахидео. Скорпион сначала. Режу броню. Вот, а у версии посоха двумя лезвиями прыжочек такой. Очень прикольный в масс ПВП. Прям постоял так неплохо. Опять стана не... А, нормально. Механик, тебе выпал третий став просто. Я не знал, что оружие еще может падать.
Давайте без алёта, пока все равно придет. Ему опыт даст. Так я здесь, я просто по телефону разговариваю. А, ты здесь? Окей. Ты, по-моему, вредитель. О, второй пак. Че, отойдем? Ну давайте, не, отойдем. Их кайтите. Тут добиваем мечника, просто кайти их. Блин, там подтягивает скорпион гребаный. Стой. Я понял, почему он скорпион. Готово, хир. Так, почти дофармили мечника. Манки бы еще не помешал. Давайте скорпиона. У нас за хилом как бы два скелета бегают. Ну, кругами, кругами от них бегай. Нормально, нормально. Так, только, только других не сагрите ни в коем случае, а то это будет реально жопа. Блять! Не сагрите, сказал, пошел ниже, а там еще пачка мобов. Сорян. Выбегал из воид зоны. Что-то почему-то хил настолько жесткий, что я не могу даже агром снять. Потому что он потеет, а ты нет. Короче, вам мало было, да? Ну ладно. Не, хардкорист, да? У меня уже маны нет, чтобы контролить как-то. Ну мага. Все умрем? Не, мага добейте, нормально, живете. Только не загрите вот еще одних. Автоматически подниметесь. А вы что, загрили уже? Почему я встаю? Радуйся, что я... Время прошло. Нет, там время фига. Все, я встал, я в бою. Я спасу вас! Я просто отдыхал. Ну, на самом деле. Мы все умерли. Нормально, я, зато я отдохнул. Хороший парик получился. Неплохо сыгран. Просто захотели сразу всю комнату забрать. Ну, у нас почти получилось. Да. Да, ты там мертвый почти. Блин, я не хочу умирать. 400 хп. Давай, добить. Fuck off. На последнем издыхании. Два скелета осталось. Теперь можно умирать с чистой совестью. Но привет. Будут ли стримы по Legends? Да, в расписание я добавил. На среду, по-моему, поставил. Ну, с Карим я уже стримил-то. Там ивент проходил, да, в выходные? Что-то типа беспроигрышной аренки. От него я так и не добрался, не было времени. Пришло время вместе. Да. Шматье немножко подбитое. Тут те самые два скелета. Они зарешали, два короче. Скелета и вот это, да, это Т-14. Еще не инста, да? Давай сначала лучников. Ну давай. Ты не танк. Нифиг парики собираешь. Ой, все. Кидава, химера будет? Не знаю. В последнее время как-то много работает, никуда не успевает. А Арганаки тоже не будет, он спит. То есть, ну, по сути, будем даже ну, той же компании. Я тебе хотел показать, чтобы ты игрой загорелся, потому что. Давай, Агри. Ну что, Агри-то брем, да и все. Мы уж поагрили всю комнату. Потому что меня уже троллишь, то, что я всех агрю. Поэтому давай ты. А я так. В сторонке алебарды Тимашу. Это не спасет, понимаешь? От агро нет спасения. Что-то с них репутация как-то хило идет. Ну нормально. Репутация? Именно не фейм. А.
Ну, возможно, репутация больше всего дается как раз таки в этих, называется, порталах. Блин, вот как на тебя перейти? Его? Тут очень много. Таня? Ну, а что делать? Давай. О, внизу сундук. Бежим на сундук, они разберутся сами. Да, да. Можете нас оставлять, в принципе. Неплохо тебя он притянул. Так, сундук-то тоже интересно, раз здесь смил трясается или какой-то другой у него спаун. Потому что сундук-то это очень сочно. Хотя с налогом 50% не так сочно, конечно. Но это хотя бы не 90. Блин, кто-то мне поможет лучника добить? Он настреливает и настреливает. Не, ну слушайте, даже на такую толпу с лучника 141 фейма, это очень неплохо. Гоу на сундук. Ворвался. Так, я же не встаю там. Тут аккуратно, потому что у меня сейчас нету стана, он сейчас будет размахивать мечом. Бани нахожусь. Создай твинка и напиши приват Юнтеру. Главный модератор. Чему? За что забанен, что случилось? Он уже не первый раз пишет на стриме. Не знаю, тот или не тот человек. Разберетесь. Юнтер сегодня написал, что случилось что-то невообразимое. Он выдал пред, и ему извинились за то, что нарушили правила. Обычно наоборот, там, да я, да как вы посмели на меня карточку завести, там, выдать мне? В половине случаев еще оскорбление пишет. Но я обычно не даю, потому что так часто случается. Человеку надо эмоции выпустить. В смысле, регистрацию он не должен баниться. Ну, если вы рекламу какую-то кидали. Просто создаешь твинка и пишешь в приват Юнтеру, утверждая почту. А тебя банят за твинка. Нет. Это нормальная практика. Так, секундочку. Тело прокачаю. А вы еще очки еще на это тратите? Да. Ну, конечно. Ну, вы задроты. А, что, их солить, что ли, у меня вот 400 штук уже? Это у тебя. Я тут что-то покачался, и у меня их 70 тут. Угу. Причем на сколько там, на следующий уровень добычи 134 надо. Да, наверное, уже больше, чем мы прокачиваем. Да не сильно. Ну, я не могу себе позволить косу за 1,3 миллиона, даже если займусь виртуальной проституцией. Так что не знаю, кто из нас тут прокачивает. Чем я лёд занимался? Не, я просто голду продал. 10к голды. Это так называется теперь, да? Ща манки забью. Не зря я тебе косу посоветовал. Это как Феррари купить в реале. Не, она действительно бесполезна, вот масс PvP. Я себя там чувствовал, как-то пытался как-то сбоку зайти, кого-то зацепить. Да, иногда вот у меня там единственный массухой пытался что-то заехать, когда там танки стягивали, там накидываю блиты по всем АУЕшку, да. Ну, собственно, это срабатывало, но это скорость случае... нужна, я вот пока не придумал, как сделать. Неэффективно больше было. Для ганга, но для просто PvP, да, это классная вещь.
Дэмэджа много, хорошо, и живучести хватает. На скорость, чтобы хилов с пару тысяч убивать. Ну, я пока фиг знает, где скорости взять. Может, дальше как-то появится. Может, доп. Умения какие-то. Есть. Все, пойдем дальше. Такое? Со скоростью связанное или нет? Не смотрел? В смысле, скорость бега, чтобы врываться? Ну, у меня как бы два скилла дашь, и еще там вот я вершечку, которая броню режет, меняю именно там скорость и повышенный дэмэдж мой. То есть для врыва-то этого хватает. Просто у МАСПБ, ты понимаешь, что если одно неловкое движение, тебя там поймали просто в контроле АУЕ, и ты можешь умереть, тем более, что я в коже. О, выбили третью куртку. Вау. Так, а мой в локации какой? По уровню? Четвертый? Ну да. Так, опять, кстати, большая комната. Нужна кому-нибудь третья курточка? Да нет, наверное, давай, Агри. О, центр? Не, нет, сбоку. Центр как раз слишком опасно там. С центра все другие агрицы. Блин, а их там двое мечников, да. Будьте аккуратны. Вот сейчас очень аккуратно, очень быстро надо мечников убить. То если они начнут махать, вот все, я не могу сбить. Аккуратно, ребят. Этого сейчас собью. Одного убили. Хорош. Лучник, лучника. Эксперт получен. Спасибо. Блин, следующий 269 кафейма надо. Где столько взять-то? Обалдеть. Доли секунды не хватило, чтобы переагрить тебя. Я почти докачал. Мне 269? Осталось... Да, осталось 27 тысяч. Неплохо. Я делики бегаю. В общем, там очень хорошо идет. И оружие качается, и броня качается, и вот эта ерунда. Ну, ты учти, что 100 уровней всего прокачки. Не, это про налетчиков, которые увеличивают. Самый вкусный спот забрали наш. Пойдем дальше сразу. Фрост, наверное, в таких данжиках хорош. Что-то они хорошо так отъезжают. Тоже нагрели всю комнату. Как я их понимаю. Так, пойдем-то наверх. Кто их так размотал? Моб обычный, что ли? Да, тут, кстати, уже порез были нормально. По идее, как раз. А не, мы не отсюда пришли, мы же пошли чуть пониже. Ну, сейчас проверим, а что пойдем наверх, если не порез-порез. Ну, я так понимаю, они оттуда пришли. Лучника. Броню режу. Они к нам идут. Так, пойду быстро проверю сверху. Есть мобы? Да, есть, давайте сюда. Пускай они сами идут куда-нибудь. Ой. Все под контролем. Ребят, тут агро 10 секунд кулдаун, так что я при всем желании не могу всех наагрить. Мечника. Если сообщили, что сообщили? Лучник у нас еще. Так,
Ну. Скорпион. Опасности. Так, давайте сначала лучника с нижнего. Так он сильно тоньше. Второго лучника. Фаталити. Сегодня не было еще шуток про Torchlight и Diablo. Знаешь, так хорошо фармим, не хочется заканчивать даже. Угу. И рассуются быстро мобцы. Фармить бы еще и фармить. Блин, надо, надо еще 3000 набить хотя бы фейма. Да, Т5. Давайте добьем. Лучше в паде чат пиши. Где коса? Коса на улице. В смысле, на складе. В Корлеоне Тёша осталось? Да. Просто не планировали изначально, что пойдем. Соберется партейка в данж. Поэтому не стал ее брать, чтобы в красных локах ее не просрать. Пытались нагнуть, пока я бежал к вам через 7 красных лук. Но как-то минуло. Ну обычно просто смотришь, да, за количеством народу в локации, которая в ПК режиме, смотришь за блобами. Держишься подальше, тоже если видишь смерти, да, что кого-то убивает, просто уходишь в сторону. Так, давай сначала убьем мечника, да, который у нас. И тогда, в принципе, шанс, что тебя нагнут, минимальный. Скорпион добить. Степинг вроде такой же, там 130-140, а в данже гораздо меньше чувствуется. По крайней мере, выходить из, ну, из Void Zone куда проще. У них, наверное, отдельность серваки на данж, да и все. Вот в Open World серваки вообще очень им плохо, наверное. Ну здесь народу поменьше, чем локация. Не по 200 человек бегает. Это не просто прошайничество. Представляю стримером Нильфгарда слугу мусорку. Окей. Чего? Чувак хочет, чтобы ему давали ненужные вещи. Но у меня есть всякая Т3 мусор. Но он... Изи отдам. Я могу робу третью отдать. Простите, но у меня нет Т5 мусора. Я бы сам забрал Т5 мусор. В эту игру можно попасть, да, только с покупкой. Она buy to play.
кто в гильдию к нам берется, Трент. Ну, куда Трент пишет? Пиши в бати-чат. Мы сильно не знаем, пиши на этот, на сайт Нильфгарда, что там кому надо. Мы, честно, ну, по старому знакомству, можно сказать, да. Набор только в консты, онлайн от 6 часов. Вот, по-моему, там такие требования. 6 часов это на самом деле для Бёрни небольшой онлайн, так что. И... меньше просто смысла вообще нет играть. И луков никто не берет. Так, тут нету этого. Ну пойдем, типа, они должны будут жестнуться. С как другой стороны. Попал. Или его кикнули уже. Ну, блин, не знаю. Тоже по знакомству, наверное, насосал. Не, ну, я просто, знаешь, я не знал, что они не берут. Я просто почитал, как его порезали, и понял, что все плохо с ним. Потом вижу, Джонс играет. Сколько стоит? Стоит 30 баксов. Стоит ли покупки? Смотрите сами. Я чем больше играю, тем больше нравится. Так, по-моему, мы по второму кругу идем. Ну, да, потому что вот все уже дофармлено, вся эта часть. Поэтому идем проверять. Че, у нас 9 минут до этого, до цитадели. Может, понемножку ребят выводим. Так а выйти-то на А, просто портануться и все. Не надо. Да? Да. Ну ладно. Давай еще минут 5 тогда пофармим. Ну да, мне надо 2 кафе ему набить. Вот это что. Не, они могут оставаться, по идее, что им тут. У вас в четвером останутся. Ну-ка, кого-то добрать и фармить. Там закину фармить, сейчас и че? Ну была бы война, я бы еще, может, даже включил, и то не стану сейчас. Да, блин, тут чуваки бегают. А не, мобы есть нормально. Давай агрим. Ой-ой. Я отсюда попробую забрать. Можно, наверное, скелетоса я забрал. Скорпион, давайте этого забиваем, скорпиона, да. Да. Хорошо, фейма заходит. Синяк железо требует, да нет. Как видишь, она идет на планшетах, как бы, да. Она специально сделана версия для планшетов есть, поэтому. Я когда комп так этот собрал, у меня была такая стройка. Ну, я запустил, и разницы большой нету между тем, что сейчас играю. Идите вниз. Что там, не стойте на одном скелете. Ко мне. Они еще умудрились отлететь от кого-то, господи. Тут, кстати, довольно опасно. Тут три мечника, что ли? Вот это вот как раз напомнится. Ой-ой. Осторожно, я одного. Сейчас будет жестко. Тело второго не смог. Так, на них согрелся центр. Центр не агрим. Фармим в уголке. Нормально, забрали первого, второго забираем. Мечника. Я бы... А, второго мечника? Ну, они слабо дамажат. Можем всех, в принципе, забрать. Пойди и заберем. Мы первые. Так. Всех забрали? Ну, по-моему, все-таки скорпион был не наш, по крайней мере, я его не бил. А он уже умер. Не видел, что фрейм капнул. Да, скорпиона не смогли. Ниже. Ну ладно, нормально. Да, вот эти проект. Да. Может кто манки дать прям на них? Не хватает на план. Спасибо. Хилон до кнопки мыши. Не знаю, кстати, не пробовал. Что? Бинды. Мышки работают или заблочены? По идее, не должны быть заблочены, почему? Всегда работали, как сейчас, не знаю. Не пробовал еще. Ну, честно говоря, не знаю, смысл с кликерами бороться. А кликеры, автокликеры банят, причем перманентом. Так, погнали сразу же к выходу, тут должны быть чумобы. За мной. Наверх. Людей за добычу Т2 на автокликере банят перманентом. Так что, так себе идея. Нет, ну, я про то, что бороться. Да, на мышку. Тот, кто будет ботить, те, конечно, пострадают. Ну, для удобства чисто. Еще где-то могу в 15 надо зафармить. Пати, дайте, не, мы уже заканчиваем. Ну как, если вы хотите остаться, оставайтесь. Там он к вам хочет тортик присоединиться.
мы сейчас пойдем. Ребят, я могу взять, если у вас. Хотя механик тоже с нами же идет, да? То есть. Да, у нас трое останется. Можете добрать, давайте. Танчик слабоват, надо на Т5 идти. Тогда есть смысл. Ну да, втрое. Можете оставаться, как в четвером, почему нет? Там нормально будет. Я пряник тоже здесь даже. Че? Я говорю, я пойду пряники дальше есть. Да, да, да. Ладно, ноль. Заливаем. Променял Альбион на пряники. Мы же закончили. Нормально. Так, еще 300 фейма надо. 300 фейма быстро. Ну еще вот, наверное, один парик, по идее. Который будет под ком зафармлен, все. Еще один парик! А потом еще один. Да-да-да. А потом такой, оба, 5 утра. Здравствуйте. Да-да-да. Ой, блин. Ой-ой-ой, что-то я прям неудачно встал. С этого начинается задротство, все, докачал приключенца. Ладно, давайте комнату дофармим. Как раз на топор, блин, на топор тоже не хватает немножко. Ладно, тут... Вот, да. Началось. Сколько там, кстати, на следующий надо? 538 тысяч, обалдеть. Чё, мало? Не, все, давайте, погнали. Нашечку. На выход с вещами. Чё мы там нафармили? 1005 голды где-то, да? 9 рунок, одну улучшенную. При том, что у нас налог, это очень неплохо. Ушло. То есть вы должны были течь 10 голды нафармить. Серебра, в смысле. Голды. Ага. Не, голды поменьше немножко. Так, ну что, погнали. Спасибо за пати, ребят. Мы в Цитадель. Всем спасибо. С Альбионом заканчиваем. Погнали в Цитадель смотреть наш сервер. Смотреть нормальную игру с адекватным пингом и прочее. Где механик? Чего он с нами? Не в Дискорде. Так, я тогда